обнаружены предметы, с помощью которых производилась культивация. Фалархи, в которых произрастает культивируемое растение конопля, уже выращенные растения конопля, собранный материал, который хранится в 3-литровых банках. Также было в ходе обыска обнаружены пакетики типа гриппер, куда подозреваемый упаковывал с целью дальнейшего сбыта данное вещество. А ты сам это куришь? Да. Как было выдворение, когда приехал, да? Растение конопля, правильно? Да. Вы эти растения сами выращивали? Да. В течение какого времени вы выращиваете? Да. Это первый раз, который... Первый раз вы выращиваете. С какой целью? С целью личного употребления, с целью хранения, с целью распространения на территории Российской Федерации? Мини сколько человек, которые курят? У тебя есть друзья, которые курят, ты их угощаешь. Да. Правильно я вас понял? Да. Правильно. Где вы брали семена для выращивания данного растения? Семена? Через интернет. Через интернет. Правильно? Да. Водички поливали? Водички нет. Удобрения сыпали? Да. На территории Иранской Республики данное вещество является наркотиком? Да. Все.